На этой работе можно прикоснуться к истории, узнать, как жил и развивался наш город. Пройдет время, наша эпоха уйдет в прошлое, и именно архивные документы позволят ответить на многие вопросы нашим потомкам. Как на сегодняшний день работает городское управление документацией и архивами, мы узнали, пообщавшись с его руководителем Ириной Ращенко. Без малого 30 лет Ирина Ращенко работает в госадминистрации Бендер. С 2013-го возглавила управление документацией и архивами. Здесь, помимо внимательности и скрупулезности, нужны глубокие знания в разных областях, в том числе и юридические. У Ирины Ращенко два высших образования, одно из них профильное. Некоторым может показаться работа в архиве скучной, но это не так. Я очень люблю свою профессию, люблю свою работу, она увлекательная, интересная. Она позволяет прикоснуться к истории, заглянуть в прошлое, узнать, как восстанавливался, жил и развивался наш город, какие были проблемы, какие ставили задачи, как они решались. Проанализировав эту информацию, можно сделать определенные выводы. Бендерский уездный архив образован еще в 1940 году. К началу Великой Отечественной насчитывалось 140 тысяч единиц хранения. Но только война не пощадила документы. В 44-м здание госархива сгорело. С освобождением пришлось по крупицам все восстанавливать. Сейчас в архиве 77,5 тысяч дел хранения. Хочу обратить внимание, что в 2002 году, когда я поступила на работу, в течение года поступило всего 350 запросов. Сейчас, ну, постепенно количество запросов у нас просто в геометрической прогрессии возрастало. И в 2023 году, например, в течение года поступило 1500 запросов, на которые были выданы 3500 архивных справок, выписок, копий. На этих полках хранится история нашего города. Эти книги датированы 44-м годом. Вот, к примеру, протоколы заседаний. Когда был освобожден наш город, практически сразу назначенные власти приступили к работе, к восстановлению нашего города. И уже 28 августа состоялось первое его заседание, на котором решались самые главные, важные задачи текущего момента. Здесь мы видим... Какие были вопросы? Принятие постановления о восстановлении советской власти в городе Бендеры. После войны город был разрушен на 90%. Было уничтожено все, от промышленности до материальных ценностей. Как восстанавливалась мирная жизнь в городе, можно узнать по этим архивам. Здесь уже пишется, что по состоянию 11 сентября уже приступили к восстановлению 6 школ, поликлиники и аптеки, 2 столовых, 2 магазинов, водопровода, электростанции. С развалом Советского Союза нарушились экономические связи. Стали приостанавливаться предприятия. Документы тех, что были ликвидированы, необходимо было куда-то принимать. Их стали принимать сначала Государственный архив. Со временем возникла необходимость в создании... Вернее, возникла необходимость в дополнительных архивных площадях, увеличение штата сотрудников. И по указу президента в 2002 году был образован межведомственный архив по личному составу, который предназначался для приема таких документов. Был увеличен штат, и я была принята ведущим специалистом межведомственного архива по личному составу. Сегодня в городской архив обращаются по разным вопросам, от подтверждения трудового стажа до подтверждающих имущественные права документов. Работают с обращениями органов власти, управления, организаций, предприятий, граждан. Архивные документы также представляют интерес для историков, преподавателей, студентов, краеведов, просто частных лиц. Старые документы, они требуют очень бережного отношения. И поэтому, когда у нас наш архив оснастили бесконтактным планетарным сканером, в 2020 году мы начали оцифровку документов. В первую очередь нам была поставлена задача оцифровать распорядительные документы исполкомов. Это районного, городского, сельских исполкомов за советский период. И в этом году мы эту работу завершили. В следующем году начнут оцифровку аналогичных документов приднестровского периода. Это позволит не только сохранить подлинники исторических документов, но также и облегчить доступ к ним и поиск информации.